Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Город получает за аренду октября 72 тысячи. Об этом пишет портал «Девятка.ру». В среднем, по подсчетам журналистов, за квадратный метр в месяц арендатор платит 60 рублей. Ставка для него введена льготная, поскольку здание кинотеатра передано для ведения музейной, культурно-просветительской, кинопрокатной и печатной деятельности. На 10 лет в аренду здание взял музейно-выставочный центр на Спасской. Он обязан провести капитальный ремонт помещений объекта с учетом требований законодательства по сохранению объекта культурного наследия. Программа «Экономика». Резкого роста цен на продукты из-за плохой погоды не будет, так считает исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Кировской области Алексей Котлячков. На пресс-конференции он ответил на вопрос о перспективах урожая в этом году. В частности, речь шла о картофеле. По словам Котлячкова, урожай прогнозируется неплохой, но картофель будет болеть из-за переувлажнения почвы, поэтому надо готовиться к тому, чтобы хранить его при хорошей вентиляции. Делать прогноз о том, произойдет ли резкий скачок цен, он не стал, пояснив, что это рынок. Помимо Кировского, в магазинах продается картофель из других регионов. Он также отметил, что в каждом регионе работает комиссия, которая постоянно контролирует рост цен на продовольственном рынке. Процесс повышения идет, но он не превышает инфляцию, заверил Котлячков. Экономика на 101 FM. Оборот внешней торговли Кировской области увеличился. Это следует из отчета Кировстата за январь-март. За этот период внешнеторговый оборот оценивается в 265 миллионов долларов США. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров оценивается в 200 миллионов долларов. Это выше прошлогоднего уровня на 20%. Импорт составил 65 миллионов долларов США. Рост за год 60%. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 59,85. Евро стоит 70-73. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.